Друзья, всем привет! Мы снова вместе. Наконец-то на канале выходит очередное видео. И сегодня я хочу вам раскрыть дополнительный источник энергии, жизненной силы. Дело в том, что очень много запросов на тему, где взять энергию. Где взять энергию на реализацию намерений, потому что для реализации любого желания, намерения, там закрытия любой цели нужна энергия. Та самая энергия, которая у нас есть от природы. И чем более вы энергичны, тем быстрее мы двигаемся к целям и реализуем себя. Итак, начнем. Один из дополнительных источников энергии – это практика пересмотра дня в реверсном порядке, от настоящего к прошлому. Но мы должны пересмотреть этот день. Как обычно, мы встаем, делаем какие-то ритуалы, потом идем куда-то, в течение дня происходят какие-то события, и мы возвращаемся домой, ложимся спать. Итак, день за днем, день за днем. Дело в том, что через наше восприятие, через наше сознание проходит огромное количество информации в течение дня. Кто-то посещает огромное количество мест, и мы очень много пропускаем через наш мозг, картинок, много пропускаем информации, звуков и тому подобное. Так вот, практика, она чем хороша? Она от вас вообще практически ничего не потребует. Вы ложитесь спать, и вы закрываете глаза и начинаете пересматривать этот день от настоящего, от момента, когда вы легли, к прошлому, до момента, когда вы встали. И чем больше деталей вы в реверсе просмотрите, тем лучше, тем больше вы вернете энергию. Но одно условие: одного дня вы не почувствуете. Если вы сделаете это один раз или два, вы не прочувствуете эффект. Эта практика, она накопительная. То есть нужно делать неделю. Давайте сделаем такой челлендж. С этого дня, с просмотра этого видео, вы начинаете делать эту практику. И вы заметите через неделю, то есть ни одного дня не пропускаете, насколько у вас увеличилось количество энергии и насколько у вас стало эффективнее работать внимание и память. Потому что практика улучшает функции работы мозга, улучшает обработку образной части, улучшает свойства памяти, и чем детальнее вы будете просматривать этот день от настоящего к прошлому, тем лучше. Чем больше деталей, тем лучше. Тем больше вы вернете энергии жизненной силы. Очень большое преимущество этой практики в том, что она от вас вообще ничего не требует. Просто вы легли, закрыли глаза и начинаете пересмотр. И она очень простая. Ничего не надо. Просто в течение дня вы все фиксируете, просто проходите обратно, не анализируете. Плохо, хорошо это было, плохо вам сказали, хорошо вам сказали, вообще не имеет значения. Вы просто идете и фиксируете события, которые происходили в течение дня. Можно уже начинать прямо сегодня, и потом уже напишите в комментариях, как у вас эта практика прошла. У меня все. Увидимся, и скоро на моем канале выйдет очень такой серьезный фильм про состояние самадхи. И до скорых встреч. Пока.